что произойдет с вами в ближайшее время. Выберите тот шар, который привлекает вас больше всего. Если вы выбрали шар номер один, вас ждет время открытий. В этом году вас ожидает много приключений. Возможно, они связаны с работой, а возможно и с отдыхом. Эти поездки помогут вам открыть в себе способности, о которых вы даже не подозревали. Если вы выбрали шар номер два, пришло время для самоанализа. Вам давно хочется перемен, и не только в себе, но и в окружении. В скором времени к вам придет осознание. Чтобы изменить мир, надо начать с себя. Этот год даст вам множество возможностей для самоанализа, а также стимул для перемен в жизни. Если вы выбрали шар номер три, пришло время для гармонии. Вы давно хотите понять, в каком направлении стоит двигаться. Возможно, даже сменить профессию или переехать. Пришло время привести все дела в порядок и двигаться вперед. Не упустите интересные предложения, ведь это именно то, что вы давно желаете получить. Если вы выбрали шар номер 4, пришло время отпустить все обиды. Вы постоянно находитесь в состоянии боли или гнева, которые явно мешают вам жить. Настало время попрощаться с подавленным состоянием и депрессией. Приложите все усилия, чтобы выкинуть этот тяжелый багаж из вашей жизни. Скоро вы встретите много позитивных людей, которым можно и нужно доверять. Если вы выбрали шар номер 5, пришло время, чтобы решить все вопросы. Вы часто чувствуете себя немного уставшим, а иногда не понимаете, что вообще происходит. В вашей жизни появятся знаки, которые подскажут вам, кто вы и для чего пришли в этот мир. Старайтесь меньше переживать и паниковать. Спокойствие поможет вам расставить все по своим местам. Если вы выбрали шар номер 6, пришло время стать независимым. Вы обладаете уникальным интеллектом, который способен двигать горы. Вы часто задумываетесь о своей жизни и приходите к заключению, что пора быть более самостоятельным. Выйти из зоны комфорта поможет ваш интеллект. Вперед, у вас все получится! Напишите в комментариях, какой магический шар вы выбрали. Согласны вы с этим результатом? Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые интересные тесты. Вы были на канале Мартиника. До встречи в новых видео!